В администрации Химок прошел семинар по повышению грамотности населения в вопросах коммунального хозяйства. На повестку вынесли актуальные темы – особенности законодательства, тарифы и ценообразования, условия проведения капитального ремонта и другие вопросы. На встречу пригласили председателей многоквартирных домов и старших по подъездам. Такие семинары – это в первую очередь запрос на ответ на запрос жителей. То есть многим жителям интересно, как действует, да, система жилищно-коммунального хозяйства, как управлять домом, какие вопросы может решать председатель совета дома, какие вопросы могут решать сами жители. Если у вас есть нерешенные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной помощи или благоустройства, задать их можно по телефону горячей линии ЖКХ в Химках 8 495 573 40 97.